Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком приспособлении, как круг для купания деток, и в чем его преимущество? Купание малышей – это не только гигиеническая процедура. Это прежде всего развитие малыша. Это развитие его костно-мышечного аппарата. Это закаливание, это общение с мамой. Поэтому купание должно быть полноценным и длительным. Разгружается позвоночник женщины, который и так нагружался в течение всей беременности, при родах и в течение всего дня общения с малышом. И мама может дать ребенку длительное полноценное купание, при этом не нагружая свою спину. Часто мамочки сталкиваются с такой проблемой, как укладывание ребенка спать. Может ли круг для купания в этом им помочь? Ребенок, как правило, плохо засыпает из-за того, что он не израсходовал свою энергию. Круг для купания позволяет каждый день ребеночку 30-40 минут проводить активно в водичке, израсходовать свою энергию, после чего он замечательно засыпает и дает отдохнуть своим родителям. Анна, я вижу, что круг включает в себя очень много нюансов. Подушки, шарики, ручки. На что следует обратить внимание при выборе круга для купания? Нужно обратить внимание на качество материалов. Круги должны быть сделаны из прочного мягкого ПВХ. Круги торговой марки Roxy Kids сертифицированы. Кроме прочего, особое внимание уделено безопасности. Круги содержат два круга, круг в круге. Если ребенок после 6 месяцев, когда зубки начинают резаться, случайно прокусывает внешнюю камеру, то он не пойдет сразу же под воду. В этом круге сделан внутренний мягкий шов, чтобы ребенку было комфортно. Очень важно, чтобы круг плотно регулировался по шее ребенка. Имеют два фиксатора. Это пластиковая клипса, которая также подтягивается ремешочком по шее ребенка. Это очень важно, если ребеночек мелкий, либо девочка с маленькой шейкой, чтобы круг плотно обхватывал шею ребенка, но при этом не душил его. Яркие расцветки радуют глаз, но нужно не забывать, что окрашенные элементы должны находиться внутри круга, чтобы не контактировать с кожей ребенка, что обеспечивает его гипоаллергенность. Погремушка обеспечивает легкое привыкание ребенка к новому кругу. Сейчас в ассортименте появилась новинка – музыкальные круги, а также круги для детей старше 2 лет.